Начнем с крупного успеха российских ВВС в Сирии. Наша авиагруппировка точным ударом уничтожила важный тренировочный лагерь ИГИЛ, так называемый накопительный пункт в провинции Идлиб. Эту информацию с подтверждающими кадрами с беспилотников сегодня распространили в Национальном центре управления обороны. Как показала разведка, в лагерь боевики направляли на переподготовку наемников из других государств. Ссылаясь на данные радиоперехвата, наши военные сообщили, что завербованных иностранцев там обучали минно-взрывному делу. Этот объект стал одной из 53 цели, по которым нанесли удары за прошедшие сутки. Самолеты вооруженных сил России поражали тренировочные полигоны, командные пункты, склады боеприпасов, арсеналы экстремистов и запасы горючего на исходе, о чем свидетельствуют их многочисленные попытки пополнить запасы. Последние дни террористы предпринимают отчаянные попытки переправить к линии соприкосновения с сирийскими вооруженными силами боеприпасы, вооружение, топливо и материально-техническое имущество из провинции Ракка. Значительная часть имеющихся запасов оружия, боеприпасов и топлива для военной техники, находящейся в их распоряжении, уже уничтожены точными ударами российских военных самолетов. В этом же районе провинции Хама бомбардировщиком Су-34 скорректированной авиабомбой К-500 уничтожен заглубленный пункт управления формирования боевиков ИГИЛ. Точным ударом все инженерные сооружения террористов были разрушены.